Отель Буриваш. Акаба. Здание. Вот основное здание. Ресторан. Над рестораном на четвертом этаже большой балкон. Это мой номер. Такая небольшая территория, обнесенная оградой, то есть таким забором в мавританском стиле. Завтрак в иорданском отеле города Акабы. Буриваш. 4 звезды. Омлет, бобы, круассаны, замечательный кофе. Там площадка на улице. Завтрак в отеле Буриваш. Мне очень понравился сыр. Круглые формы, маленькие такие шарики, обсыпанные пряностями, черным тмином, перцем, еще чем-то. А, это тмин. Тоже прекрасная яичница, омлет. Это мои любимые печеные помидоры, бобы и чечевица. Необычные формы сыра, вот таких шариках, обсыпанных пряностями. А это оливки. Вот. В черном тмине сыр, перцы, это какая-то другая пряность, салатный ряд, масло, розмарина, чесночное масло, острое масло, видимо, с перцем. Это вот нарезанные овощи.